Сегодня я предлагаю рецепт домашних котлет, запеченных в духовке. Для этого нам нужны следующие продукты. Луковица, одно яйцо, специи по вкусу, соль и перец, растительное масло, 200 грамм свиного фарша, хлеб, немного размоченный в молоке, и мука. Итак, для приготовления котлет нам прежде всего необходимо измельчить лук. Я предлагаю сделать это в блендере. Так лук будет более мелкий и не будет вероятности того, что он будет скрипеть у вас на зубах. Так, нарезаем его. И перемалываем. Вот так наш лук измельчен. Без слез. Добавляем его в фарш. После того, как добавили лук, добавляем яйцо. И также немного хлеб, размоченный в молоке. И специи по вкусу. Солим.